Порой я чувствую себя уродом. На первый взгляд такой, как все остальные. Но внутри я ощущаю себя другим. Словно я живу чужой жизнью. Мы из городского департамента по делам несовершеннолетних. Мне нужно задать пару вопросов вашему сыну Нейтану. Вы позволите войти? Сейчас же беги! Моего отца только что убили. Я призвана оберегать тебя. Не уверен, что ты хочешь знать правду. В этой войне главная информация. Сейчас рядом со мной смертей многовато, Карен. Погоня. Сегодня. Кино за час до полуночи. На ТВ3.